Ребятки, посмотрите, как уникально спит Степанка. То есть у него собственная подушечка, собственный диван. Ножки так выложил, упер в эту подушечку. Короче, все условия. Сегодня утром Витя заправлял постель и накинул плед. Вот. Только-только он взмахнул им, короче, Степа под плед залез. Ну, наверное, часа полтора лежал комком под пледом. Мы не ложили туда ни подушки, не садились на диван. Короче, он себе норку там нашел и отдыхал. Потом поел, поделал свои дела и перешел на личное место на диване. И вот так вот он уютненько себе. Сейчас он, видите, прямо в этот свернулся в веночек. Короче, рыжий венок из Степы на личном диване. Че мы не коты, да? Поел, поспал, походил, погулял, опять поел, поспал. Хотя лучше жить, конечно, на воле. У Степы только домашняя жизнь. Но мы его любим, и он это чувствует. Когда мы приходим домой с улицы, я даже читала в Гугле, что если кот, когда приходит хозяева в дом, и он выкладывает пузиком кверху, ложится на спинку, то это он говорит о том, что дает понять о том, что он полностью располагает свою любовь к нам и принимает любовь от нас. То есть он благодарен судьбе, что мы у него есть, а мы судьбе, что он у нас есть. Всех, у кого есть животные, я думаю, меня поймут. Такое чудо мимо проходя, но нельзя просто не сделать видео с таким вот чудом, ребятки. Всем приветик животным, у кого они есть. Доброго дня, ребятки. Витя спел песню, и я стояла, подтанцовывала. Смотришь в окошко, все радует. Расцветают сады, расцветают цветы, расцветают, я не знаю, так, я не знаю, как у вас, но у нас цветут обильно абрикосы, дикая сливка, алыча. Пошли мы, сходили по городу, прогулялись, встретили много знакомых, пообщались. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот земля, Витя пел сегодня про землю, про нашу планету, цветущую, красивую, радостную, живую. Здесь живут люди. Казалось бы, хочется надеяться, что все умные, все в разуме, все разумные. Но, увы, у нас в жизни происходят совершенно неразумные вещи, ребятки. Так хочется уюта, тепла, радости. Идут такие большие праздники, преддверия мы сейчас находимся. Да? В церквях что творится, на земле что творится, когда это все успокоится. Да, взрывается, падает, рушатся дома, теряются жизни детей, людей. Это все так страшно. Хочется так, чтобы все закончилось. Хочется радости, хочется мира. Хочется, чтобы праздник вошел в дом, светлый такой праздник, чтобы он действительно был праздником, а не праздником с горечью там в душе, внутри. Потому что праздник не праздник, радость не радость. Хоть мы будто бы и на видео все прекрасно, все готовится, все варится, все, но все равно и вечером ложишься с этой мыслью, и утром просыпаешься с этой мыслью. Ребятки, хочется, чтобы разум победил, здравый разум, чтобы был мир на планете. Ребятки, мы вас уважаем, ценим, любим. Хорошая песня, послушайте, потому что Витя ее, ну, голос у него так трясся, потому что сегодня у нашего мальчишечки, у нас их много, у нас пятеро общих, не общих, у нас они все родные, все близкие, все душой мы их любим, ценим, уважаем. Я им не мама, Витя моим детям не папа, но мы их все обнимаем длинными своими добрыми руками и желаем им только счастья, мира, добра. Сегодня день рождения у одного из наших ребятни, нас много, да, пятеро. Празднуют день рождения всех, ребятки, всех со светлым, хорошим днем. У кого праздник, с праздником, с днем рождения всех, у кого сегодня, правильно, он не один такой на планете. Добра, мира, любви, спокойствия душевного, чтобы все спокойно засыпали, радостно просыпали, чтобы не гибли наши дети. Все, давайте, хорошего дня. А кухня сейчас вот-вот в преддверии. Будем снова готовиться. А что делать? Надо готовить. Кушать хочется всегда. Жизнь идет. Степан, он хлебает водичку. Ему хорошо, поел, попил, дела сделал. А нам надо готовить, что я очень люблю. Всем хорошего дня. Всегда с вами Витя, Лена, Степан. И очень хорошая песня. Послушайте. Доброго дня, дорогенькі мої. Сьогодні хочу заспівати вам пісню таку з нашої юності. Вона дуже така мені до душі, вона така поучительна.
Що я хочу сказати, що люди навчились літати як птиці, плавати в воді, як риби навчились плавати, а от мирно жити по-людськи ще дуже, як би сказати, багато таких є, що не хочу ставати людьми, понімаєте? Люди – це ті, що живуть люди. Одне слово – люди, знаєте? Багато хороших людей, ну, і за так, і, а, і за чого проходять, війни проїздять, і як ми не бережемо свою землю, ці пісні, все сказано так дуже, вона, я думаю, пісня на віка, іменно, дуже мені вона до вподоби, послухайте. Смотри, вот опять небеса. Плывет черный дым над тайгой. День и ночь под рев машин, землю так свою крушим, словно мы на планете чужой. Скалу поднял взрыв на дубы. Ушла вдруг вода из ручья. Мать-земля за часом час, на руках качая нас. Разве знать ты могла, где беда твоя? Прости, земля, мы ведь еще растем своих детей. Прости за все, поверь, земля, найдут пути тебя спасти, себя спасти. Па-па-ва-па-ва, па-па-ва-па, 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 па-па-ва-па. Ищи хоть 2000 лет, лети к самой дальней звезде, и не умысливай дали, мы другой такой земли не найдем. Никогда и нигде. Земля то в траве, то в снегу. Земля, где полнеба заря. Каждый день и час любой мы в долгу перед тобой. Неразумный детей ты прости, земля. Прости, земля, мы ведь еще растем своих детей. Прости за все, поверь, земля, люди найдут пути спасти себя, себя спасти. Па-па-ба-ба-па-ба. Па-па-ба-ба-па. Па-па-ба-ба-па-б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 а-